В день защиты детей в бойцовском клубе «Пакмен» кипели нешуточные страсти. Тренеры спортивного учреждения организовали поединки между своими воспитанниками. Тренируюсь, спаррингуюсь с профессиональными боксерами. Уже почти наравне, через год будем боксировать на профессиональном ринге. Для участия в поединках спортсменов разделили по возрастным группам. Ведь в клубе занимаются не только взрослые, но и дети от 3 лет. Тренеры в основном делают упор на подрастающее поколение настоящих чемпионов. У нас один воспитанник 2 раза брал всероссийские турниры. Вот. Также много городских турниров выигрывали. Вот. Ну, в принципе, сейчас потихонечку по нарастающей готовимся. На счету Рамазана Арсланова уже 8 побед на турнирах различных уровней. Чтобы достичь такого результата, рассказывает юный боксер, приходится тренироваться почти каждый день. До этого я занимался ММА, я его бросил и начал заниматься боксом. Мне он очень понравился. Ну, я чувствую в нем уверенно. Мама 6-летнего Даниэля Пашкевича, который уже год занимается боксом, рассказывает, что в клубе замечательная, по-настоящему дружеская обстановка, где старшие ребята помогают младшим и поддерживают друг друга. Главная наша задача была – это поднять боевой дух, настрой, мужской стержень обрести. И у нас это получилось именно в «Пакмен». Я хочу защищать свою маму, потому что тут можно хорошо бить. И мне это нравится. Сейчас особое внимание тренеры уделяют ребятам 2008 и 2009 годов рождения, которым в следующем сезоне придется показать свой боевой дух на нескольких турнирах. У них сейчас будет начинаться сезон в сентябре месяце, и мы сейчас сделаем кемп. Это получается сбор 2-дневной тренировки. Вот. И на данном этапе будем их подготавливать, делать еженедельные спарринги, проводить совместные тренировки с разными группами и дальше уже выходить на ринг. Рафик Погосян занимается всего 3 месяца. Всегда мечтал быть боксером. Совсем скоро отправится на свои первые соревнования. Главное – усердно тренироваться и вечно побеждать. Поединки между 2 филиалами бойцовского клуба получились яркими и зрелищными. Мы спонсируем уже 2 года ребят. С ними дружим. У нас традиция, да, каждый соревнование, они приходят к нам после соревнований, кушают, их грамоты у нас висят. И мы тоже стараемся, чтобы дети были сильными, здоровыми, чтобы нация наша была здоровыми, чтобы они общались между собой. Все ребята показали характер и бойцовский дух. Для некоторых это были первые бои, а для ребят постарше – возможность усовершенствовать свое мастерство и двигаться дальше. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.